Как нередко бывает в фильмах, именно США стали первой страной-мишенью. Аэростат, оказавшийся в конце концов в водах Атлантики, по мнению Вашингтона, был шпионским. Пекин, который запустил объект, заявил, что это отклонившийся от курса метеозонд. Самое необычное случилось позже. Три неопознанных объекта пролетели над Северной Америкой. Они были сбиты. В Белом доме утверждают, что теория о внеземном происхождении НЛО не подтвердилась. Но откуда они взялись, до сих пор не ясно. Что касается так называемого аэростата-шпиона... Les États-Unis, mais aussi la Chine, la France, sans doute la Russie et quelques autres grands pays font des recherches pour essayer de développer de nouvelles armes qui sont ce qu'on appelle des planeurs hypersoniques. Et ces engins auraient une bonne partie de leur vol qui se déroulerait dans la stratosphère, sachant que la stratosphère est très très mal connue sur le plan de sa composition, sur le plan des vents qui circulent. Являются ли китайские аэростаты следовательским аппаратом, задача которого – обнаружение стратегической стратосферы, где любое оружие войны будет очень трудно перехватить, объясняет эксперт. This region of the atmosphere, it's above where aircraft fly, and it's below space, and it is a region that we don't fully understand. Другими словами, нам не нужно заходить так далеко, чтобы наткнуться на неизведанное. Если только в один прекрасный день Белому дому не придется отказаться от скептического отношения к существующим теориям. I'm just, you know, I loved E.T. the movie, but I'm just gonna leave it there.